Киев. Весть сверкает. Они, наверное. А что это такое, кстати, вдали? Нет, на камере не видно. Все, ребята, как вы можете видеть, это нижняя полочка. Я все переставила, пока людей нет. Аня телефон. Я здесь. Аня сверху отдыхает, чилит. А я решила просто занять место людей, потому что сейчас мы будем подъезжать уже к Киеву, и людей пока что не было. Слава, да? Богу. Слава Богу, но мы не спали, конечно. Кстати, это будет остановка очень долгая. Она будет длиться 2 часа. Час 55 минут. Ну, будем гулять. Ну, будем гулять там. У меня болит от твоих вот этих копченостей. Сегодня набрала копчености, да, решила откормить Аньку напоследок из себя. Напоследок, не завтра. Я шучу. Не, ну я имею в виду нашей еды. Да, я его шумала. Не, ну просто если вверх его поднять, тогда да. Угу. И ту сторону тоже, если поднять. Тогда может быть что-то. Короче, сама суть. Настя, как ты перебрасываешь? Вот, я не знаю, сейчас это плохой. Вот такие подушечки нам дали. Не знаю, не делала вам или нет. Жарко. Вот там одеяло. Кстати, свет работает, да, вот. Вот, господи. Ну, то лето Аня показывала. Можно контролировать. Вот зеркало, кстати, вот вешалочка. Посмотрите, можете расставить. Вот одна для одного человека и вторая вешалочка сверху для человека, который сверху. Это, кстати, моя полка. Вот я уже себе там круассаны чилю, тоже наперед. Еще вот зеркало, что евро, важно, да, может быть для девушки, это. Да и для всех, я считаю. Хорошее. 50 евро за одного. Ну, 120 евро. Как-то так. Я уже, мне на голове, что попало, хотя голову. Кстати, я сегодня не мыла голову. Аня, мама посоветовала вообще ее не мыть первые два дня, ну, чтобы краска... Не, она просто советовала первые два дня не мыть именно голову, чтобы краска закрепилась больнее. Но я помыла. Вчера я помыла. Но сегодня я не мыла голову, вот именно сегодня не помыла. И она уже жирная, капец. Вот я не знаю, завтра еще ну, дорога. Тоже. Ну, так воды не ну, было. Мне все равно. Это дорога есть дорога, как я говорю. Воды не было. Вот такое окошечко у нас. Темно уже. Столик. Ну, я же говорю, столик. Сейчас будем все это выкладывать обратно. А? До последней минуты, ну, когда... Ужас, еще полчаса, точнее. Еще полчаса, когда мы сидим снизу. А потом мы пойдем гулять 2 часа по Киеву, потому что долго будем стоять. Ну, гулять? Это образ. Ну, да. И потом придется все, будем спать, будем ложиться и спать. Как-то так, ребята, цените купе. Купе. Украинская, Укрзалізниця, вещи. Вот одеяло, кстати, забыла показать. Ну, о, там... Можно смотреть, когда туалет свободен. Когда... Да, зелеными там типа показывали. Розетка еще плюс есть, да. Полотенце, ну, все как обычно. Практически похоже на плацкарт, но какие-то, может быть, плюсики есть. Я бы не сказала, что прям большой отрыв плацкарта и купе. Здравствуйте. Ну, Аня. Ну что, вот эти штуки. Нет. Плацкарт тоже есть ремни просто. Все. Ну, не знаю. Я, ну что сказать, я могу одно сказать, что я довольна тем, что хотя бы можно поспать, потому что я всегда переживала, что будем мучиться опять ехать 50 часов на автобусе. Да, лежать хорошо, как оно бы не было. Ну, увидим, какие будут соседи. Надеюсь, ночь пройдет спокойно. Так что на этом все пока что. Может быть, включимся, когда будем в Киеве. Если будет светло. Потому что сейчас ночь. Как хорошо, когда рядом. Нет соседей. А еще хорошо. А ты можешь просто занять их место, пока их нет. Пока. Доедем, я не знаю, я уже устала. Еще полчаса и Киев. Очень-очень тяжело, жарко. Кстати, включили отопление, вот батарея снизу. Не знаю, видно вам или нет, серые такие батареи. Очень сильно жарко, топят походу. Конденсатор нажимаю, он что-то не работает. Не знаю. Будет жарко, будем проситься. Проводница хорошая. Будем ей говорить, если что. Капец, я, конечно, Аня набрала вес еще больше.
Я люблю быть полненькой, я не люблю быть худой, я вам так скажу. Худой вес ни к чему хорошему не приводит. А если приводит, то человек становится более нервным, психи показывает и так далее. Поэтому не пишите бред, меня вполне устраивает мой вес. Захочу похудею, 5-10 килограмм захочу, наберу. Я довольна. Короче, как-то так. Я уже жду, когда мы выйдем. Включимся. Мы в Киеве. А вот и Киев. Арома кава, арома кава, она везде. Кстати, запыхалась, Макдональдс, он работает. Что? Здесь я не замечала, что была арома кава. Какая очередь сумасшедшая. Макдональдс. Очень много людей. Ночи, девочка. Что-то у меня страта на две воды, а? Что так на зарядке. Интересно. Они же любят считать деньги. Пускай посчитают сколько. При чем? Больше сейчас уже выходим. Сейчас возьму. Сейчас у нас... Сколько? Блин, у меня сели часы. Сейчас... Ну, 11:13. По польскому времени, по украинскому 12:13. Где-то полтора часа все это время заняло. Проверка документов. В общем, граница. Все. Выходим. Всем привет. Мы в Польшу зашли, в украинскую кафе. Настя взяла пюре какую-то одну куриную, я тоже одну на куриную пюре, и буряк, кола, хлебушек. 64 злотых. Смачного. Я. А что делать, остается, да, Настя? Еще 4 часа ждать. Взяли такого светлого пива. Жарко на улице, очень жарко. В Украине вообще 4 градуса, как холодно было. А здесь вообще жара-жара. Хоть бери даже кофты, снимай, да? Устала. Устала. Не знаю, какая-то. Тяжелая очень. Да. Думали-думали и достали свои кальмары. Я говорю, Настя, можно так? Пить, она говорит, можно. Ну, да. Это рыбные приколы, вот кальмар приколы. Угу. Наши. Бокал пива все тот же, а кальмары новые. Настя, ну все. Давай одну сохраним хотя бы. Не надо, зачем? Одну на двоих. Ну, блин. Надо же привезти. Это же не значит, я хочу, чтобы поехать там, запрятать где-то. А потом... Ладно, давай нам, давай, хорошо, давай тогда не кальмары, давай тогда сухарики. Нет, сухарики не хочу. Чего? Не хочу. Сейчас желудок хлебом набью. О-о-о. Ну, все. Понятно. Сейчас будем решать. Борьба за кальмары. Птички тут у них. Смотрите, много птиц вообще. Настя. А мы все ждем автобус. Все ждем и ждем, ждем и ждем. 15-16. Здесь очень жарко. В Польше вообще 22 градуса, да? Или да, сколько? Больше 20 градусов. Вообще. Красота.
сколько птиц. Но единственное, что очень ветрено, а так жарко. А у нас в городе сейчас 14 градусов. Прохладнее, чем тут, конечно. Сейчас я посмотрю, что если сравнить погоду. Так уж сейчас. Только мы уехали, сразу потеплело. Хотя уезжали, было прохладное дождь. Ну ладно, интересно. 6:30 мы в Берлине. Еще ехать и ехать.